Заболотье – это территория в Тобольском районе, но также это несколько деревень в Нижнетавдинском и Багайском районе. В Багайском, в частности, это такие населенные пункты, как Одинарская, Веселинская, Осиновская. В Тобольском районе, ну там больше деревень, там и... О, все забыла. Лайтамак, Вармахли, Янгутум, Носкинская, Топкинбашева, Топкинская. Вот были сейчас такая уникальная деревня Чебурга, которая вроде как возле трассы Тюмень-Тобольск, но опять же доехать можно вот летом до нее добраться либо самолет, либо прорытый канал еще там 100 лет назад были. И люди лодками плавают. Вот летом люди на самолет билетов нет, и они просто вот сами плывут на своих лодках, если нужно поехать в Тюмень, в Тобольск, еще куда-то. Не так, как мы захотели, поехали в магазин. То есть вот такие уникальные люди, деревни вот действительно все отрезаны. Вот когда мы были в Кускургуле, мы приехали, и нам показывали шкуру волка, который ходил месяц или два по деревне, вот ночью, днем. То есть он спокойно ходил, матерый волк. Как при этом можно жить, ну не знаю. Смогли бы вы выжить, когда рядом волк ходит? Страшно было бы, то есть вот, буквально его за неделю до нас, да, там показывали нам шкуру.